И всем большой привет, с вами Гантрус, мы продолжаем играть в Don't Starve. Да, в прошлой серии мы обнаружили новую местность, да, какие-то новые места, но мы сегодня начинаем новую игру, потому что я умер, да. Ну, или я вроде сказал, что начнем по-другому, так что давайте выберем для начала новый персонаж, наверное, все-таки нам... Сильнее, когда сыт, боится темноты мозга. Давайте, реально, за силача поиграем. Ну и давайте начнем. Итак, мы появились. Так, ладно, уходи отсюда. Так, сразу же. Так, у нас новая местность, да? Так, значит, начинать. Ну, давайте сначала осмотримся, да? Для начала осмотримся, чё-то как. Нам нужен флинт. Флинты. Вот, отлично. Целый флинт. Вау. Ягодки, морковка. В принципе, неплохо. Кстати, тут довольно неплохо. Да, куча ягодки. Так, ягодок на самом деле очень много. И это очень даже хорошо, кстати. Нам будет есть чем попитаться. Ну, еще морковки есть. Это отлично. О, здорово. Ну ладно, я не буду на самом деле на него нападать, потому что... Нет смысла, потому что, ну... Я не знаю, на него сложно охотиться, на самом деле. Так, я вижу сразу же новую местность. Это каменистая, да? Ну, где камни, там и прочее, вот это все. Пока что мы прошли такой небольшой путь, я так думаю. Кстати, можем на капслок вот так вот, кстати, открывать. Это, кстати, прикольно. Блин, я три топора скрафтил. Это плохо. Ну, давайте сначала, давайте заюзаем их всех по-полному. Потому что день опять близится к ночи, почему-то очень быстро на самом деле. Это довольно странно, что... Окей, дальше смотрим, дальше. Дальше все интереснее. Так, снова ягодки. Еда это, в принципе, отлично. Нам как раз нужно много еды, чтобы восполнять силы, иначе мы станем худым. Рубить большие деревья мы потом будем рубить, потому что они много времени занимают, тем более они пока что нам сейчас не нужны в первые дни выживания. Так, окей, ветки снова. И давайте пойдем на ту местность, наверное. Скоро будет страшное время, ну, это логично. Так, рассудок надо восстанавливать тоже, не забывать про него. Так, у нас вот тут много ягод. Слушайте, может тут реально поселиться вот где-нибудь тут, потому что, ну, это было бы хорошо, потому что, ну, смотрите, куча ягодок, куча дров, куча всего, то есть это реально круто. Нифига себе, тут, конечно, местность огромная. О, так, снова местность. Слушайте, чем-то похоже, когда я вжал в первые дни своего выживания. Но нет, это не похоже, естественно. Тут все генерируется случайно. Так, снова ягодки. Так, смотрим. Буйволы, да, черт возьми. Да, бифлы, буйволы, какая разница. Так, и давайте экипируем сразу же. Так, и побежим снова. Мы просмотреть. Травяную броню не буду. Не буду реально брать, потому что она бесполезна будет пока что. Так, с нам холодно, кстати. Это, кстати, очень плохо. Кстати, почему нам холодно? Почему нам холодно? Почему у нас вот это? Такс. Слушайте, мне это опять напоминает вот это. Короче. Ой, блинский, это опять напоминает мне. Знаете что? Да, вы все правильно поняли. Это когда я обнаружил посох огня. Так, стоит ли крафтить нам еще? Наверное, проживем, я не знаю. Подождем, когда у нас будет мало процентов. Уже. Так, раз. Два. Как-то неудачно, конечно. Отлично. Так, давайте откроем для начала. Так, давайте сначала соберем кое-что. Давайте бифла соберем. Шерсть бифла. Нам это пригодится. Еще как. Потому что это все полезно. Так, окей. Ой, блин, опять это то. Ну что ж, давайте соберем. Как видите, да. О чем говорю, это очень опасно, на самом деле. Блин. О нет, мы сейчас сдохнем. Так, это была плохая идея, на самом деле. Ой, как мало хп, блинский. Какой же идиот, честно. Так, бросить пепел нам он не нужен вообще. Так, давайте зажремся, потому что нам надо скрафтить что там максимально сейчас. Так, окей. Так, суки, давайте зажрёмся, потому что у меня мало хп на самом-то деле, это очень плохо. Мало хп, прям супер мало. Ой, рассудок прям вообще. Так, ладно, давайте пока у нас есть силы, давайте рубить деревья, наверное, я так думаю. Так, отлично. Знаете, как-то даже об этом не подумал, я думал, что они сейчас... Я не знаю,
Я не знаю, что я думал. Я просто такой тупо наугад хотел, блин, взять. Я думал, что я успею, все дела. Какие-то, да, не повезло. Надо найти реально идеальную прям местность для выживания, чтобы потом в следующих сериях уже как-то вот реально выживать прям. Потому что, ну, смотрите, у нас дела очень плохи, нам нужна палатка срочно, причем не умирать еще. Как-то, да, знаете, неудачно как-то я вообще решил собрать древесину эту, блин. Вот кто меня тянул в это? Вот я не знаю, я просто вот решил сам как-то вот. Тут, короче, кроликов мы можем даже скрафтить, что у нас. Вот есть наушники, да? В принципе, это хорошая довольно идея, но у нас... Да, у нас есть ловушка, но я не хочу жертвовать морковку или ягодкой. Так, смотрите, смотрите. Нет! Чёртово солнце, ну могло бы подождать хотя бы немножко, ладно. Блин, как-то, знаете, даже не круто. Так-то местность даже вообще, я не знаю вообще, чё-то как просто, я вообще не понимаю, что происходит. Нам надо новую местность найти какую-то, или же найти короля свиней там с свинками, потому что это будет вообще классно. А если у них там будет ягоды, ух, это прям вообще будет супер. Ну а пока пойдем по дорожке. У нас снова этот парень, так, бифлом снова спят. Кстати, можем с них сбрить шерсть, но я пока что не буду это делать пока что. Их тут довольно, кстати, очень много, это хорошо. Это очень хорошо даже. Запомни это место, вот тут на карте. Кстати, смотрите, как мы много прошли. Так, ладно, снова бежим по дорожке, которая кончилась уже. Так, ладно, давайте думать, соображать. Так, ягоды есть, отлично. Ягоды это всегда хорошо. У нас мало места, очень мало места. Два топора, ну куда? Давайте выбросим вот это хотя бы. Так, окей. Так, дорожка. Так, мы по ней шли уже, да? Вон там еще новая местность, но мы на ней уже были, да? Так, и нам факел бы скрафтан, у нас есть он так. Прекрасно, замечательно. Болото. Так, пчелы, пчелы, пчелы. Угу. Так, и вот когда догорит... Фух, блинский, давайте съедим и скрафтим еще один, наверное. На всякие безопасности. Итак, новый день. И снова будем исследовать пока что. Блинский. Да зачем мне топор? Ладно, бросим его. Нам он не нужен. Потому что, смотрите, если будет 9-й день, то это значит, что прибегут эти волки гребаные. А нам это не нужно, конечно. Так, ладно, собираем флинтики пока что и эти ягодки, потому что они полезны будут нам в дальнейшем случае. Но так и дорогу я не нашел, вообще ноль. Можем сюда опять прийти, где мы заспавнились, в принципе. И давайте реально направимся, почему бы и нет. Нам можем, кстати, переправиться, ну да, наверное. Так, ну да, мы можем. Так, окей, ладно, давайте... Кстати, стопа. Оба. О, здорово. Такс. Так, что же мы с ним будем делать? Давайте в него что-нибудь положим. Такс. Что-нибудь положить? Давай шишку положим и давай камни. У нас появился новый питомец. И это классно, прям суперски. У нас будет мини-сундук такой передвижной. Так, у нас есть хаммер? Хаммер. Молот. Блинский, нам нужны веревки. Так, нам нужна научная машина. У нас ее, к сожалению, нет. Но отметим на этой карте, что... Интересное, короче. Попугай. Надеюсь, там что-нибудь интересное будет, надеюсь, в этих обломках. Потому что, ну, я надеюсь, потому что, ну, сами поймите, это интересно, на самом деле, звучит. Типа, ну, что там может быть интересно такого. Так, это тоже довольно неплохой, кстати, остров. Тут даже камни есть. Так, это уже хорошо, кстати, смотрите. Шмек. Отлично, суперски. Окей, дальше смотрим. Так, это в принципе интересно. Надеюсь, тут не будет этих птиц громадных, потому что я их очень сильно боюсь, потому что они реально жесткие. Кстати, мы хорошо, на самом деле, у нас сгенерился мир, он на самом деле такой, знаете, прям крутой реально. То есть, ну, прям смотришь такой ля какой. Такс, вот это место мне тоже не нравится. Опа, алтарь. Это уже хорошо, кстати, ребят, алтарь. Это вообще супер. Так, алтарь активирован. Берем внимание. Опа, это хорошо. Так, отлично. У нас пока что есть еще факел, еще один. Нам он пригодится. Так, давайте ягодки сидим, чтобы место освободить. Так, и скрафтим еще один. Так, новый день. Всем привет снова. Так, суки, продолжаем. Пока что день четвертый, и у нас уже через 5 дней будут эти волки, и нам нужно идти прям с ручником за эти 5 дней короля свиней вместе со свинками, реально, потому что... Иначе нам жопа. Либо пауков натравить на них.
Не знаю, прям реально. У меня прям. Я не знаю, что делать реально, мне прям. Голова кружится реально. Типа, я не понимаю, что делать, да как, чего. Свиней не могу найти, блин. Кстати, цветки надо собирать, потому что у меня рассудок прям вообще. В полной жопе. Так, давайте смотрим. Опа. Оба-оба. Это очень хорошо. Смотрите, прям. Смотрите, сколько веревок. Офигенно. Смотрите, еще факел есть. Офигенно. У нас прям вообще супер все. Не, в принципе, нормально, но, блин, мне нужно идти реально вот каменную дорогу, чтобы реально понять, есть ли тут вообще свинь, если нет тут даже единой каменной дороги, то это реально жопа. Теперь давайте думать, что здесь делать, что мы вообще тут забыли. Так, ну да, точно, надо идти по дороге, и уже, наверное, я набреду на каменную дорогу, я так уверен в себе прям. Просто поймите, реально, для меня каменная дорога значит все, наконец-то. Будет все зашибись, класс. Но нет, я так думаю. Походу опять неудача. Блин, скин. Флинтов у нас дофига. У нас все дофига. У нас и еды куча, которая портится, конечно. Блин, скин, знаете, вот прям вот... Надежды были такие прям, уф, наконец-то будет каменная дорога, будет все классно. Кстати, я же не буду типа, так, ладно, давайте рассуждать логически. Где у нас могут находиться свиньи, причем реально поселок прям свиней? Где может находиться? Надо подумать. Кстати, давайте собирать нам бый. Хотя нет, я не думаю, что нам придется еще волноваться о костре. Так, мне эта местность... Опа. Так, смотрите, смотрите. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка. О, неужели тут будет король свиней? Скажите, что да, скажите, что нет. Ну-ну-ну, пожалуйста. Не нужен король свиней, нужен король свинок, пожалуйста. И да, смотрите, тут даже копье есть. Это вообще супер потрясающе. Знаете, что обозначает? Если тут есть король свиней, я смогу обменять гнома на золото. И это будет отлично. Хотя мне и так золото, по принципе, полно. Король свиней, где же ты? Король свиней, где же ты? Король свиней, где же ты? Покажись мне. На-на. Нет, иди. Да, да! Ребята, это лучшая серия. Просто, ребят, просто посмотрите. У нас тупо есть тут свиньи, которые живут с пауками. И еще есть куча, посмотрите, охренеть, просто я в шоке, реально в шоке, вот просто не могу передать эмоции, но, черт возьми, да, мы нашли, черт возьми, поселение свиней, огромное количество свиней, боже, просто смотрите, блять, так и знал, вот что-то будет плохое, и твою мать, да, да, черт возьми, они живут рядом с... Рядом с пиздецом просто, реально не описать по-другому, потому что смотрите, кто тут жив. Ё-моё. Так. Значит, что это значит? У нас есть шляпа Бифла. Это просто это охренеть. Так. Нет, не сдыхай, братишка, нет, иди сюда. Малыш, иди сюда. Отлично, просто посмотрите на шляпа Бифла, просто. Я не знаю, как это описать, просто. Ля, слушайте, давайте здесь, короче, устроимся, короче, все, это наша база, короче, будет тут, первая и вторая, вот, короче, там будет, короче, вот здесь, да, просто, ребят, просто посмотрите, ну, это в нескольких шагах просто, можно даже сказать, давайте здесь поставим ее, нашу научную машину, боже, ребят, это, я не знаю просто, как это описать, честно, реально, я в шоке просто. Фух, ребят, просто я не знаю, у нас есть шляпа Биф, у нас есть стул, у нас есть все, просто я не знаю, ребят, просто это лучшая серия, за это должны поставить лайк, просто лайк. Это, наверное, самая лучшая серия, которая была у меня. Осталось только палатку смастерить, и будет вообще четко. Такс. Нам нужно найти, знаете, чем? Блин, где это была просто, вот, знаете, место, где там был гном и прочее. Надо было взять гнома, точно. Вот я дурак, реально, дурачок. У нас есть король свиней. Это отлично, это просто супер. Охренеть просто, это просто реально супер. То есть, смотрите, соседнее поселение, да, с ягодками, с тем и всем. То есть,
Вы понимаете, насколько я попал просто в самую точку? Я так и надеялся, И вот, тот самый момент, когда я могу наконец-то быть защищенным от всего. Да, ребят, это просто самая лучшая серия. Просто реально поставьте лайк. Потому что, смотрите, шляпа Бифла, она дает мне защиту тепла. И знаете, что это означает? Правильно. Нам не страшны морозы, потому что мы сейчас идем атаковать твари. На-на-на-на-на, паутинка моя. Так, ладно. Так, сне-не-не-не-не. Фух, ребят, просто, я не знаю, это реально шикарно, потому что, поймите, мы настолько поселились рядом, очень отлично, прям, смотрите, тут куча свиней, это значит, у нас есть Бифла, твою мать, просто охереть, знаете, что это значит тоже? Да, вы все правильно поняли. Это самая лучшая серия вообще за все, потому что, смотрите, и то, и все, и это, смотрите, и Бифла. Охренеть, просто я в шоке реально. Посмотрите, и паучки, и его. Просто реально супер, просто супер класс. Понимаете, насколько мы реально попали? Мы попали в самое жило. Прям реально жило. То есть тут абсолютно, посмотрите, сколько тут всего, много чего находится. То есть пауки, и то, и все, и это. Так, паучки, у меня здесь у меня... Нет, они, кстати... Это плохо, что они не защищают меня. Гланды, это очень хорошо. Ай-яй-яй. Просто вы понимаете, насколько это было просто супер. Просто посмотрите, как мы находимся. Посмотрите, и пауки, и то, и все. То есть, представляете, насколько нам сильно и дико повезло. Понимаете, о чем я? Блин, ребят, это просто, я не знаю. То есть, просто дикая... Жесть, посмотрите, у нас и то, и все, и это, у нас просто куча, лута есть, посмотрите, у нас шляпа Бифла, и то, и все, и это, так, это просим, нам это не нужно уже. О, кстати, я только сейчас понял, знаете что? Так, у нас хп восстановится, так, отлично, я только сейчас понял, знаете что? Мандрагора не действует как на Уилсоне. Прикол в том, что Уилсон, да, персонаж тут ученый, да? Прикол в том, что когда он съедает вот это, Мандрагору, он тут же отрубается и настает следующий день, либо вечер. Просто поймите, это реально круто. Ну, блинский, понимаете, насколько мы реально попали? Просто поймите, это самая лучшая серия, просто реально best is the best. Это было просто потрясающе, поймите, это самая лучшая серия. У нас и гончие есть, это... Охренеть, тут местность хорошая, прям вообще морковки, деревья, плинты, все просто, поймите, это лучшая генерация, которую я встречал в своей жизни в Don't Starve, просто. Я не знаю, как мне так дико повезло, просто посмотрите, свиньи тут, свиньи здесь, то есть это настолько удачливо. Конечно, вот с этой местности, конечно, повезло, но... Я не знаю. Причем шляпу Бифла, да, можно было только найти. Бежим. Потому что не даем разрастаться этим тварям, потому что они опасные. Просто посмотрите, как нам повезло. Свинь, еще один. Ой, блинский. Слушайте, давайте всех истреблять пауков, я так думаю. Так, слушайте, стоит ли нам это делать или нет? А подожгем, почему бы и нет? Кто я такой? Так, мы, наверное, снова будем поджигать деревья, наверное. Хотя я не знаю. Так, где, кстати, пауки? Ага, пауки там. Окей. Нам надо пауков, кстати, истребить реально, потому что они опасные. Потому что нам такие соседи не нужны вообще, потому что соседи такие опасненькие. Так, ладно, давайте положим нашу Честер вот эти клыки. Я думаю, что у них не съест же, логично, да? Так, кстати, трава. Нам бы собрать ее. Будет отлично. Так, мы практически здесь уже, можно даже сказать. В принципе, занимает очень мало времени. Так, где наша база? Вот. Так, вот, собственно, обозначение наше. Фух, что ж, на этом все, наверное. С вами была Гантриус. Что ж, на этом серия подошла к концу, она была довольно захватывающая, эпичная, нам сильно дико фартануло с местностью. Что ж, всем удачи, всем пока.